Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей дуэльной партии, в которой я играю за Сангай. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр с нее. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Не, ну этот город не берется. То есть мне идти на него нападать смысла никакого нету. Не видит мои... Она. Блин, я все время забываю, что я против девушки играю. Так, что города-государства хотят? Манила все еще хочет торговый путь. Не знаю, стоит ли. Так, давайте-ка мы попробуем в эту сторону Мандекалу поплыть и там высадиться и пограбить. Собственно, этим Мандекалу тоже. Ну, уже веселее. Ну, похоже, если бы более сильный соперник со мной играл, я имею в виду умелый более в войне, то я бы Тимбукту еще, по-моему, на атаке меткалуками отдал бы. То есть, ну вот в данном случае я просто прозевал атаку меткалуками. То есть я не ожидал, чисто из-за того, что я играю с девушкой, с соперницей, я не ожидал, что она так будет агрессивно играть. Нельзя недооценивать соперников никогда. И сейчас еще ничего не ясно, просто мне очень повезло, что я отбился всеми возможными способами. Thank you.
А, блин, это не моя территория. Я думал, тут лечиться сейчас буду. Ладно. О, блин, надо пересадить. Кстати, что там? О, колосс, я раньше построю. И пересаживаем Сукатай. 15, 11, 11. Ну, я не сильно отстаю. Столица, кстати, у горы вроде. Ах ты, черт. Так, фрегат. Давайте еще один построим. Ну, вообще, Сиси Чиналай берется, на самом деле. Фрегатами. Возможно, есть резон попробовать взять. Что он на равнине? Ну, примерно такой же говняный город, на самом деле, как Муйджене.
на золото скоро перестанут бегать. Тоже отправлю и в Тимбукту, и в Джинне. Все уже чисто в свои города. Что тут с армией? Что-то строит. Пойду напрягу, попробую, блин, Сисичиналай пообстреливаю. Я не думаю, что можно прорваться из Муанг-Салуанга. Все полностью. То есть экономика была, значит, идет в индустриализацию напрямик. Ясно. Все, железо у меня закончилось. Нотр-Дам, кстати. Мог бы и я построить Нотр-Дам. 5 ходов. А у меня тут что? Ученый и Нотр-Дам строится 4 хода. А где мне советуют? Тут. Нет, я лучше вот тут поставлю. Пять ходов Нотр-Дам.
Ага, в Манилу бегает караванчик. Надо бы его раскулачить будет. Блин. Это я дебильно сделал. О. Блин, я думал тут. Ясно. Блин, да. Варвары. И вроде не с агрессивными варварами играем, между прочим. Все караваны на деньги, я смотрю, бегают. Блин, я же хотел Нотр-Дам. Но я уже не успею. А, хотя... Человек переключился на... Слонов. Золото. Еще один. Следующим ходом должен захватиться. Или слон убьет меня? Убьет, ладно. Жаль. Сажу в академию. Ага, так. Давайте, наверное, из Джене в Тимбукту отправим. Я построю Нотр-Дам. Ну, вот сейчас у меня все больше уверенности в том, что я тут победю.
Так. Это, по-моему, последний караван на золото остался. Сейчас 5 ходов закончится, и мы его с Тимбукту в Джене отправим. Ну, как видите, производство уже почти, точнее не почти, а конкретно в два раза больше. Эти взятия чести все-таки не окупилось для моей соперницы. А я вместо чести взял рационализм, и теперь у меня, конечно, науки. Ну, давайте посмотрим, вот 54-53 Сукатая, тем более, что... Сука, это и не у горы, то есть можно сравнивать с Гао. У меня 105. То есть я думаю, у меня и науки. Раза в два. Больше. А вот тоже четвертый город. А кто-нибудь хочет мою религию? Манила хочет и Женева. Ну, давайте попробуем в Манилу. Чеченцы, 6 ходов. У меня производство даже в столице в два раза больше, считайте. Сейчас узнаем, что у меня с углем. Надеюсь, будет. Отлично. Кривовато слегка, но... Не буду привередничать. Да-да, у меня там стоит флот, не сувайся. Не понимаю, что... Она не посадила ко мне шпионов, почему-то настроить чеченицу, в то время как у меня чеченица и два хода тем более. Наверное, в города-государства, типа, раз Сиам, то надо использовать сиамский бонус, типа, такого. Так, давайте-ка мы тут рабочего за один ход построим.
Только один караванчик успел разграбить я. Ну что ж поделать. Так, что уменьшается железо, мне это не нравится. А моей сопернице железа-то больше. И она может меня фрегатами-то продавить. Мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях «Навигация и путешествия» в магазинах всех мобильных платформ. Так что я рад, что это видео выходит при поддержке 2GIS, ну а вам пора на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Так. Ну, я в индустриализации, да. Первый и единственный. Тут, да, тут, блин, уголь есть сразу. Ну, обалдеть. Но тут уже, по-моему, нету шансов. У соперницы. Два хода чеченицы еще было. Что еще мне угнать? Может, кто-то какой-то ГГшка хочет? Нет, ничего не хочет. Все, это был последний на золото, да, бегал. Теперь надо в Дженне из Тимбукту отправить. Так, в Гао. Ну и в Дженне тоже на производство. Все на производство. Хотя есть счастье. Но мне главное построить, первым выйти в идеологию, взять иностранный легион, и в этот раз я уж точно нормально высажусь и захвачу. Тем более, что высаживаться тут, по-моему, нету особых проблем. Вот эти я еще во рту иду. Да я прям пойду вот даже. Отлично, золотой век.
В принципе, конечно, она может приплыть. Блин. Это вот не в тему. Так. Производство. Блин, убили моего пророка. Ой, блин, так. Надо фрегатов и приватеров поднастроить.
Рационализм. Так, когда там на следующем ходу можно будет начать фабрики строить? Еще в Ренессансе. Но проблема в том, что как только она выходит в индустриализм, она сразу сможет строить фабрики. А мне, видите, пришлось еще уголь обрабатывать. Тупо надо было убить. Я вместо этого проспал все. Так, Тагаза уже 4 жителя. Так, 4 хода фабрика. Здесь 4 хода. А здесь 5. Значит, можно приватер построить здесь. Прячем капер. Да ладно. Манила сюда приплыла на меня нападать. Федор Ушаков у меня адмирал, между прочим. Не хухры-мухры. Не хухры-мухры.
Да. Ну, мне кажется, тут сдаваться надо, конечно. Не мне, не мне. Обстреляли. Ничего себе. Каждый ход я должен заново тут почему-то... Ну, я знаю почему, потому что рядом с границами, но юнитов-то нету. Дебилизм. Капер захватила, боюсь, просто манила сейчас отойдет на самом деле назад. Вот я уже по населению, да, впереди. Блин, Антананариву. Какой-то бесконечный золотой век. Ну, Антананариву ненадолго. 126, тут 128. Так, а что там делается в городах? Караван? В столице непонятно. Ну что, может Женеву тогда сделать? Вот у нее тем более караван. Через нее бегает. Сейчас Женева получит юнит, разграбив его. Отлично. Капер уже рабочего обстреливает. Так.
Ну что, пора начинать пушки строить. Я артой буду муанг-саванг брать. Вот так поставлю арту. И иностранным легионом. К сожалению, Оксфорд уже на... Фрегаты ушел, но... Откроем арту своим ходом. Наконец-то обработалось. Был куда-то. Пагода куплена. Все, можно на инженера оставлять. Это чекера вылота Антананариву. Давайте им очканем. Точнее, попробуем захватить. Что у нас тут? Не получилось. Видите, тут фрегаты несутся.
понятно. Блин. Да. Индустриализацию. Надо к себе сажать уже. Раз, два, три. Эх. Опа.
Антананариву наконец-то решил на меня напасть. Так. Под арбалеты это я зря подставился. О, Женева пошла сукотай брать. О, нацколледж только сейчас. Ну, конечно, там все в армию ушло. Отлично, 7 ходов динамит, 8 ходов иностранный легион. И вперед. Вперед из песни.
Боже, у меня вообще золотой век закончится когда-нибудь. Я его, по-моему, как запустил, так он тут и... Не помню, сколько стоит улучшить пушки. Хочу глянуть. Так, 95. Значит, у меня на 6 штук деньги есть. Значит, тут будем строить. И тут у меня пока 3 пушки, да? Да, еще 3 надо. С Бранденбурга генерала вот сюда поставлю. Не понял. Он типа подставляет мне или что? Я не буду захватывать, просто убью. Потому что у меня железа нет, если захвачу, то... В минус уйду. По железу у меня фрегаты будут убиваться очень быстро. Так, 4 пушки. Это будет 5. Это будет 6. Пора дорогу строить. Thank you.
Так, повезем уже туда, поддержку на для атаки Муанг-Салуанга. Два, три, четыре, четыре, пять. Будет шестым. И до легиона 4 хода. Ну что, подставим? А, нет, еще. Надо подождать. Какие-то фрегаты тут покупаются. Надо, видимо, апнуть в Гатлинг один. Будем его подставлять, собственно. Ну, защищать, я имею в виду этого генерала.
Город обстрелял. Арбалет. Это плохо, но придется удалить его. Отлично. Это меня устраивает. Ну все, финальный этап, я надеюсь. Я не вижу, как тут соперник может теперь отбиться, честно говоря. Манила и Мельбурн одинаковых цветов, блин. Да блин. Ни хрена себе у Манилы каперов. Так, ладно. Ну её нафиг.
Так, Армори. Ну, тут уже как бы надо сдаваться, потому что... Надо было давно вообще сдаваться, потому что тут уже... подавляющее преимущество у меня. Как бы вот такой конец. Ну, по-моему, моя соперница замечательно сыграла. Особенно эта атака метколуками. Собственно, тут я чуть-чуть не проиграл, собственно. Только немножко лучше я просто воюю. Только за счет этого я и смог отбиться. И вот в итоге перетерпел и вышел в победителях. Ну, конечно, первая игра была сложной. Я думаю, в дальнейшем соперникам будет сложно с Марушок играть, тоже будет. Они недооценят, я думаю, ее. Ну, хотя я напишу в теме турнира, чтобы имели в виду. Ну, а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.